Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 соток. И сегодня мы будем готовить вкуснейший мексиканский панча соус. Это самый-самый вкусный соус, который готовят в Мексике. Для приготовления соуса нам понадобится острый перец. У нас это будет Тринидад Маруга Скорпион Карамель, Хабанера, Фатали. Можно выбирать любой перец, какой вам нравится. Вы можете взять либо острый перец, либо слабоострый перец. 60 мл сухой горчицы, 120 грамм натертого корня хрена, 150 мл белого винного уксуса, сок одного лимона, 4 чайных ложки тертого имбиря, соль и черный перец по вкусу и 500 мл соуса либо кетчупа. Теперь нам останется только почистить острый перец, загрузить его в блендер. Также мы загрузим измельченный корень хрена, измельченный корень имбиря и соус. И все это смешаем в блендере. Все, мы закончили измельчать перец. Теперь все переливаем в кастрюлю и ставим на медленный огонь, доводим до кипения и будем варить в пределах 25-30 минут. У нас получился такой вот соус, очень густой. Этот рецепт рассчитан на полкило перца. Но я делаю в больших количествах этот соус. И все ингредиенты я увеличил в два раза. Наш соус закипел. Теперь самое главное — уварить соус, чтобы он стал гуще. Для этого понадобится где-то в пределах 25-30 минут. Соус проварился у нас 20 минут. Еще осталось 5 минут до окончания варки. Мы засыпаем порошок горчицы, сок лимона, соль и черный перец. Здесь по вкусу. За 2 минуты до конца варки мы вливаем 150 мл уксуса. И варим еще пару минут. Если вы будете этот соус применять в данный момент, вам придется добавить еще 250 грамм майонеза. Но так как я этот соус буду применять позже, я в любой момент могу сюда добавить майонез. И такой соус может храниться в пределах 3 месяцев. Наш соус готов. Он получился таким густым. Его можно пропустить сквозь сито. Тогда соус будет во много раз жидче. Я предпочитаю, чтобы он был таким густым. В Мексике этот соус применяется практически ко всем блюдам. Как к рыбным, мясным, к буррито, к пицце, к хот-догам. К нему только надо будет добавить майонез. Если добавить майонез, такой соус будет стоять в пределах 3 месяцев в холодильнике. Если не добавлять майонез, а вот так как он сейчас есть, он может простоять до 7 месяцев в холодильнике. Майонез можно добавить в любое время. Очень вкусный и очень невероятно острый соус. Это концентрат. Его нужно будет добавить в майонез всего небольшое количество. Это будет очень вкусный и очень приятный на вкус соус. Теперь только остается разлить этот соус по стерилизованным банкам или бутылкам и поставить в холодильник. Готовьте такой соус, он обязательно вам понравится.